Новость о том, что 48-летний Юра Шатунов умер от внезапной остановки сердца, стала шоком для всех. Миллионы россиян восприняли смерть Шатунова как личную трагедию. Во всех дворах звучат песни «Седая ночь», «Детство». А к школе-интернату в Оренбурге, где певец провел свои детские годы, несут белые розы. Шатунов почувствовал боли в сердце на даче в подмосковном селе Растуново. Директор певца тут же вызвал скорую, но свободных бригад не было. Шатунова своими силами доставили в близлежащую больницу. Программа ЧП на НТВ показала последние минуты жизни Юры Шатунова. На этих шокирующих кадрах солист «Ласкового мая» даже не может двигаться без посторонней помощи. В медучреждении его на руках заносят друзья. А ведь солист «Ласкового мая» еще полторы недели назад почувствовал недомогание. На концерте в Подмосковье Шатунов обратился к поклонникам. У нас небольшие изменения в программе произошли, потому что немножко сложно чувствую, поэтому заранее предупреждаю, могу остановить концерт в любой момент и на этом закончу. Но буду тащить, пока тащу, серьезно. Концерт Шатунова состоялся, певец продолжил гастрольный тур, на отдых у него было от силы пара часов. Газеты пишут, Юру Шатунова можно было спасти, если бы скорая сразу приехала на подмосковную дачу. Усугубляющим фактором стало и то, что друзья самостоятельно транспортировали тяжело больного певца. Человека в состоянии инфаркта ни в коем случае нельзя перемещать. Ему требуется строго горизонтальное положение тела. В эксклюзивном интервью нашей программе Юрий Шатунов не скрывал. За здоровьем он особо не следит. Странно, зачем нужно за чем-то следить? Все равно исход у всех один. Ну что, ты не поверишь. Заплавать бегут. При этом солист «Ласкового мая» занимался активными видами спорта. Горные лыжи, велосипед, плавание.